Таня и Никита Баскины вместе с отцом листают альбом с уникальными фотографиями. Им больше 100 лет. На снимках мужчина с бородой и усами. Их прапрадедушка. Сергей Баскин, правнук, с гордостью рассказывает своим детям семейную историю. Григорий Иванович внес огромный вклад в развитие самарской статистики. Возглавлял земскую статистику еще в 19 веке. Про моего прадедушку мы вот буквально информацию сейчас собираем по крупицам, потому что его дочь, бабушка, ввиду того, что времена были сложные, она очень сильно всего боялась. И политических репрессий, гонений и тому подобное. Информации очень мало, но мы стараемся ее все-таки собрать, все фотографии, потому что человек, он был очень интересный, незаурядная личность, и тем более, что столько всего полезного сделал для нашей страны. Он родился в 1866 году. Сегодня прошло уже 150 лет со дня его рождения. Но имя Григория Баскина не забыто. Его труды хранятся в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки. Главный библиограф Александр Завальный говорит, деятельность Григория Ивановича не имеет аналогов. Его признал весь мир. Работу оценили не только в Самарской губернии, но и на уровне всей страны. Благодаря ему и его коллегам самарская статистика занимала передовые позиции на протяжении очень долгого времени в России. И статистические сборники, подготовленные в частности Григорием Ивановичем Баскиным, это образец того, как нужно делать подобные документы. В своем игре мы как говорили, есть ложь, большая ложь и статистика. Так вот, самарская статистика никогда не была ложью. За честность свою и поплатился. Став неугодным власти, Григорий Баскин был расстрелян в 1937-м. Уже после его смерти его дочь реабилитировала честное имя светила земской статистики. Теперь его книги – признанная основа, без которой невозможно создать ни один учебник по истории края. Среди сохранившихся трудов Григория Баскина есть самый старинный 1919 года выпуска «Численность сельского населения в Самарской губернии». Посмотрите, книга в очень ветхом состоянии, такой бумаги уже теперь и не встретишь. Всю информацию для этого издания кропотливо собирал ее автор. В конце скромная подпись «Григорий Баскин». Марианна Мирная, Сергей Баскин. События.